Смотрите аккуратно, иногда лужи в мелизону кидают, поэтому сразу не влетайте. Поэтому запустим. Это, Марух, слушай, тотем, сосил природы, забираю я себе на весь инст. Добро пожаловать, герой. И тотем исцеляющего потока тоже забираю. Мы поменьше, чем за 2 минуты убьем, да? Да, 100%. Сейчас урона очень много. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Фридом первый. Саня, у тебя прокачан Фридом? Да. Сосуна первый, и ты второй, если что. Витя. Смотрите, ледяного рёва лицом не ловите. Следите, как Мелизону может огонь закинуть. Что, убегаете сразу. По идее, нормально будет. Уже 80%. Будрэван не гори. Спереди же. Давай. Сомалийская, нормально. Я огненная танчу, да? Да, конечно. Коль, давай как обычно. Вы до сих пор скоро не сбили с сомалийской. Разбили гоблина, вы чё гоните? Темнее ещё тоже, забеги. Разбейте, я пойду забирать бусы. На Макса разбейте, но он, у Макса побежит к воротам. Третья пачка крест, четвертая квадрат, пятая уна. Вторая пачка. Поюю, долбу. Угу. По сомалийской молитве. Играйте пока в огненную геру, когда выйдет кислотная. И припоты там. Сомалийская забирай кислотную. Напоминаю, спину никто не бьет огненную. Первая пати слева, вторая справа по милишникам. Третья, если есть милишники, там по-моему нет милишников. Четвертая тоже слева. По милишникам. Отдай мой сейф, Коля. Ты как сможешь разморозить. Хорошо, смотрите в спину, не бейте, и в лужу, смотрите аккуратно. И под лицо никто не лезет, а то дышит. Черт, десники набрали ранг. Держите ранжу. Давай, третья, четвертая пати милишников уже отбеги. Вторая пати тоже, в принципе, может уже отбежать. Ищите ранж. Первая тоже будьте готовы. Смотрите, в центре очень много РДшников. Сейчас всех харчок пойдет. Ранжу держите. Все, первая пати милишников тоже отбегайте, прячьте. 10 метров ранж. Отбегите лучше, чтобы харчок не по всем пошел. Держите ранжу. Темнее еще готов массу крон нажимать. Отлично, Будрэйвен, красавчик. Так, отбеги. Все, добивайте босса. Будем бить, если что, в трусах. Тут же добиваем. В трусах и бьем. Не забываем про петов, убираем всяких петов и так далее. Тотемы, петы. Все будем упираться в пилар. Будрэйвен, смотри, может быть, бей где-нибудь подальше от всех. Чтобы тебя этих бесов не призывало, а то, блядь, в них тоже 100% вырезаться будет. Просто 100%. Либо не бей его тебе, чтоб не запорол. До вырезания. Все, уперлись всех в пилар. Он далеко стоит, окей. Я нажал.
В пивар подошли все, вон прямо уперлись в него спиной, все, абсолютно все. Тотемы убрали, маги копии не жмите. Право-лево разбежались. Молодцы. Коля, заберешь босса, отведешь чуть центр. Паша, как только он дернется, заберешь на тебя. После дыхания, после откидывания, точнее, сейчас откидывание будет, всех пива разбежите. Сейчас он кинет. Все, сбежали всех пива. Прям спиной уперлись. Беги, малышка, беги. Право-лево убежали, я в детей. Смотри, не беги. Ура! Научились разбегаться. Коля тоже самое сделал. До второго босса надо что-то кому-то замены быстрее, да нет? Хуй-то. Запускайте второго босса. Так, напоминаю, РДДшники отходят к щиту Альянса, когда выходит, появляется пенек после того, как сняли стаки. Миличники свои прожимки. Скибиди, Рейки давай на Сацуне. Второй Марухич давай на Авдике. Зубы Войд закинешь на Покалу, если что. Да, посмотрю. Хорошо. Кому дать Илуну с пула? Давайте, ребят. Кидывай по каблу. Сот голды давайте. Это, пахал. Пахал? Апокалипсис, что ли, сюда? Да, пахал. И также РДДшники, с той стороны вы не стоите. Вы стоите все с левой стороны, по два человека в рейнже 10 метров. Спасибо, сюда перебежали. А пока попрыгай, пожалуйста, я не могу тебя найти. Он с мечом красным, светящимся. Блять, ну увиделся. Да кому закинет, Зань, к этому закинет. Тут уже не столь важно. Бурсты, напоминаю, тоже тратим на пенек. Эмобо, иди ко мне, пожалуйста. Это... Хилу, встань рядом со мной. По пяти людям проходит цепнуха. Дрэнж чуть-чуть наберите. Те, кто слева стоят. Скоро ворота появятся, приготовились по ним играть. Сыграли по воротам. Гламура прохил. Каст, хорошо. Кто в дикей выбежал. Скоро стаки будут, приготовьтесь. Сняли стаки максимально быстро. Каст. Еще быстрее. Медленно. Хорошо. Воида прокилить. Не выбежал. Скоро появится пенек. Вот пенек, а у нас Гера КД, будет сейвы давать. Коля первая даст сейв и мастера урна огонь. РДшники стаки сняли, мастер Бонда прохил, и сразу же назад отходите. Милики, у которых лоу хп, отбегают тоже. Сняли стаки. Каст. Быстрее стаки, очень медленно. Отбежали от пенька РДшники. Нажми им темнейший массакру. Каст. Разъель выбежал. Смотри, далеко не убегая, видите, сейчас обхилить могли. Каст.
Хацуна прохилить так и максимально быстро. Ну. Апокалипсис выбежим. Хорошо, там останется еще портала добить и не просто босса тут там. Каст. Сыграли по порталу, добили чисто портал, определенно прохил. Каст у босса. Не тупо по боссу. Не кусяло, выбежал. Юра. Стаки сняли. Так не разливай никогда. Вообще херово разлил. Будрейвы на прохильте. Хвалан, давай в этого на паладина танчить, чтобы. Да, я сейчас. Уберите тотемы все. Ваня тут? Да. Заходи на сову, идешь по релишку, я этот. Мне надо отойти, мне недолго. Смотри, 50 на 50 не пройдите. Как смотреться внимательно? Да. Ну, командуй, хорошо всем объясни, кто там первый раз. Вы все уже были, но... Кто первый раз? Где? Кого кикать? Ну, скажем так, я контри сейчас с нами не был, но он закрывал. Ну-ка, быстро, без чат, кого кикать. Все, я выбегу. На тебе помощника. И распределяешь... Соответственно, надо быть там. Суманите. Кстати, я их не выбрал. Ну, короче. Ладно, по-любому бери место меня и еще кого-нибудь. А, ты место меня. Все, пока что опну, чтоб вас конетикало, отойду. Кто у нас там есть? Похвалан, темнеющий хилит, Сатуна может тоже в хапало спекнуть. Танк. И кто еще? Второй танк. Ну, мы через одно вообще добили, но ты лихай как захочешь. Похвалан всегда танчу. Короче, пока он спекнет танк, а Похвалан тоже танк. Темнеющая в хила, Сатуна в хила. Что рыбы не будет, не мечтайте. Одного босса потанчить, что сложно шутить. Там Юй еще танк, если что. А, тогда Юй и Похвалан остаются, забейте. Ошибочка вышла. Я запустил босса, поубирайте там тотемы, всю херню поубирайте. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам... Да идите только подальше. Твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса Героев. Дайте приставок, пожалуйста. Да, все бафы скиньте там. Короче, у нас есть Лок, у нас есть Алиса, и все походу. Пристабок, пожалуйста. Короче, сейчас. Бревно контролит эмобой, то раздача там, три хир, три бана, разберешься. Раздача бревно не выпускать. Дальше по Алисе контролит Бладрейвен и Кусяо. Ваша задача три хира, потом три вихря. Потом снова три хира, три вихря.
Дальше ханты Враска тебя к обычный каток развивать. Если милики идут, ваша задача не ебалом их бить, а миликов кайтесь по катку. Шаманы тоже тотемы на замедление ставите, кайтите, как обычно. Шаманы по хиксам смотрите по усмотрению, потому что РДД я там не вижу, там дохуя миликов, и хуй пойми, что будет происходить. Видите милика, который кого-то сильно бьет, даете хекс, все очень просто. Все там станы, все остальное даете по своему усмотрению, дальше никого не будет. Больше станов проще убить. ДК у нас еще три штуки свободных, ваша задача это миликов грипнули, дали оковы сразу же. И если видите, что кого-то на хилах сидит этот милик, ваша задача давать оковы вообще, блядь, по кулдауну, чтобы хил быстренько съебался от них. Ну, если остальные тоже сейвы прожимаете, и все будет окей. Короче, справа, сюда вот, сейчас кину метку, в луну. Блять. В луну идут два танка, в луну ставит... Гламур, Женя, поставь туда тремор тотем. Аккуратненько подойди по боку, поставь туда тотем. Все остальные идут с другой стороны. В красную метку становятся и чилят. Ждут, пока придут мобы. Вань, подожди. Насчет гламура тогда ко мне хватит, кинь, пожалуйста, во-первых. Сейчас, да, я перекину. И во-вторых, пожалуйста, не уходите из платформы, из деревяшек. Давайте все в красную метку шлепайте, кроме танков и двух хулипалов. Два хулипала, ваша задача. Один частицу на одного, второй частицу на другого, и стоите хуярите хулилайты. На рейндже 60 метров, не меньше. Не подходите на рейндж обычных костов, просто через частицы хильте. Свои частицы, там, эти, массакры, сакры, баблы отдаете по своему усмотрению. Если видите, что на вас сорвались, нажмите баблу, не жмотитесь. Если видите, что на вас сорвались второй раз, бегите в рейд, похую. Просто бегите в рейд. Потому что один хуй, умрете вы, умрут танки, и все побегут все равно в рейд. Вы живые, значит, плюс один свободный БР. Так, Сацуне там. На Йоме прием. Красную метку. Давайте, готовность, контроли по максималкам, сейвы свои жмете по максималкам. У кого есть припоты, жмут припоты по отсчету, я скажу когда. И мастер на броню дадите тоже в РДД зону, чтобы просейвить. А маг есть еще есть помимо Вока. Где он там? А, вижу, секунду. Он накликать надо. Нашел маг Печенко. Короче, приоритет мы начинаем с Печенки. Лока я попытаюсь поконтролить. Если первым придет Лок, бьем Лока. Первый гриппает ФДК, потом Апокалипсис. Стойки поставьте фростовские, чтобы это, не сагрились мобы. Еще раз готовность, поехали. Поехали. Ждите, пока танки пусть заберут, вырываетесь танками. И чё? Хотя они вообще не бегут на меня, забей. Просто всё, порядок. Поехали по черепку, Алиса. Ой, Ирет. Да я, ну, она ближе босса. Они побежали на апокалипсис. Еру дали, бьем черепок быстрее. Контроли не забываем раздавать. Снимите геройских, пожалуйста. Маст диспеллы на Йоме, на маст диспеллах. Контроли дали. Маст диспеллы, пожалуйста, дайте там под герой все мобы. Это один код, а беги, Берни, Сацуне. Код Бер Сацуне. Кто этот? Сова БР по мне дай. Кусяло.
Зачем вы с деревяшек выходите? Посерите, надо дать контроль какой-нибудь. Ладно, я сам дам. Ветерок кресту дали. Дайте масс-контроль. На мне все висят. И кого да? Убьем? Сирису. Черепок поставил быстрее. На зло контролем. Мага контроль, ханта контроль. ДК можете отгрипывать миликов, чтобы они стояли чилили. Трапу дайте. Кайтите, пожалуйста, парни. Это важно. По ханту контроль. Дайте масферы пристами или этими... Варами. Или варами. Дальше. Дальше черепок поставил по магу. Играйте. Можете в центр выбежать уже по хую. Можете в центре кайтить. Откайчивайте главное. Кусяо, беги. Нажми кошку, беги. Тотемы на замедление шамана обновляйте. Не умирайте от них, пожалуйста. Особенно от миликов. Миликов контроль дайте. Бревно бан. На хуй ты моры издаете, блять. Бейте на зло. Фиры давайте, хорошо. Если есть БР, можете отдать по лобстеру еще раз. Я по контролю. Хорошо, беда подержу пока. От шабада отходите, я урутаю. Дальше. Лис? По лисе, да, череп, крестик. Кайтите миликов, пожалуйста. А лису не вихряйте больше. Отойдите, там пачка миликов большая, их надо как-то откайти. Не стойте там с пачкой миликов. Выгрипайте Алису, пожалуйста, крестик. Дайте пурш по Алисе. Играйте по шабаду. Черепок кинул. В тире откачивается. Заебет. Шабада тоже откачивает. Играйте в тире. Ладно, было сложно, но мы справились. Запуржите его.
Что? Спасибо. Что, Антара, бейте. Ловко убиваю. Ладно. Да, короче, Антара, бейте. Сейчас выйдет из вихря. Что, нормально там у вас дела? Нормально. А что, Марухи еще стал со мной вместе? Стоит. Ну, уже 49-я попытка, сын. Прибью тогда вас, если 49-я. Ну, Антара, дайте пуржи. Две хвата висит. Ход хилят больше, чем человека 3-4. Не лезь, залей Уинар по скибиди. Может, по 3-5. Не надо, не надо, не надо. Давайте не надо. Вилану. Не надо что заливать, оставьте на валик. Все потом, не надо, все хватает. А куда он несет? Че ты? Не надо. Две минуты. Скилы залить. Ой, зачем танки нужны, когда Холи Пал на себя двоих держит? Плохо, неплохо. Вот как, вот скажи, вот как вот сколько у тебя сейчас суммы брони? А, сейчас, 21 тысяч. У меня 19 800. Почему за тобой, блядь, бегает, а не за мной? Потому что я девочка. Ты спал. Более сладкий и привлекательный, что ли? Ну да, ты вил мой транспорт. Ас, ты спал. Что? Интересная механика. Иди спалиться, бабл. Я думаю, правок просто. О, опять на мне. Пошли добивать. В мою сторону даже не смотрит. Я не знаю. Нет, не баньте их. Просто убейте. Только пуржи юзайте. А и 5 кошников, блядь. Я в страху. Ваня, разъеби пошли сразу шмот, который выпадет здесь. И выйдет. Блин, нет, просто кливайте. Там, кстати, тринка танковская выпала один раз только. Ну, вообще ни разу не падала ринковская там. Тринь на танк. Ринковская танка. С ВК, да, с ИК падала, с ВК нет. Не придирайтесь к словам, черти. Саня, они меня вчера так заколевали. Ты про кого? Ну, физики с Женей, к каждому моему слову. Я уже сонный, у меня было 12 ночи. Я там уже язык заплетался. И меня так же троллили. Заплетык языкался, да. О, щиточек. Все, добили? Да. Тролль. Без ИП. Вот. Ну, 10 ИП. А дальше 100 идет, а не после 10. Разъели сотку ставишь, нет? Жень, тебе надо что-то этот щит разве? Подходит звание, выходит, видите. Но если... 3, 2, 1, продано. Какой Женя 60? Ну, Женя, какой подразделить, Женя? Ну, как это делать? Топор. Народ стоит, не двигается. 10 на лоб. Раз, Юй, два. Стой, на лов. Да, давай, на лов. Да. Сколько там? Дальше 100. Женя, нахера ты это делаешь? Пока за твои ИП будем отдавать хмотки кому-нибудь. Я насос... А почему? Я беру на ОВ, на ПВП беру.
Почему нет? На ПВП, я на ПВЕ. Я же тебе сказал уже, после плохо. Саш, люди не двигаются, я роли. Если надо, надо, заберу другие за стол. Как бы не, нет проблем в этом. Ты думал, ты двигаешься? Люди поставили 10, 20. Вон, 2 человека поставил, а там дальше 3 человек поставил. 100, 10. Ну, я, да. Все, давай FDK, раз, 100, 2. А это ж новов, почему 10? Давай 5, потом 50 и все такое. Я не видел вообще. Короче, 10, 100, раз, 2, 3, кидай мне. Да, я уже получил. Давай последняя там шмотка или что там. Или все. Все, две шмотки. Все, выбегай тогда. Да, я забегу. Так тут есть он. Нет. Нет. Дальше 150, 200 и потом увеличение. Так. Вот убедите все от центра. Тотем. Тотем уберите. Саш, я там щит отдал Рейзеру на офспек. Так что ему снимайте ИП. Минус 100 тогда, сними Ваня ему. А Женя верни. А, Вань, ты ничего не снимал? Ладно, сейчас я сниму. Нет, я не могу ссылать. Сейчас я сниму. Так. Я взялся, тоже взял его на другой аспект просто, что было, и все. Если надо, люди заберут его, нет проблем с этим. Где минус 100 тогда? Две шмотки ты или три было? Я только две видел. Две, окей. Все, берите все темную, хан берешь светлую, напуливаешь в Юи, и никто не врывается вначале. И следите за своим агром. Теперь в танках Юи, Сомалийская. Еще два танка надо. Давай FDK, все, пока. Больше некого спека. В данной игре. В танках стойте. Да, видите, в танка. Сомалийская ловит слева, FDK справа, а Апокал сзади. Сферки. Оп. Играем все по светлой вначале. Смотрите, еще раз напоминаю сразу, сильно не врывайтесь, чтобы не сорвали. Играйте точно без АУЕ. И следите за своим агром. Вот, урона у всех очень много. FDK, возьми светлую воронку и лови светлую сферу. А, бля, извините. Светлый, куда ты побежал? Ты светлый, с другой стороны. Блядь. Саня, прочитал? Да. Ну, все. Готовность. Наёми, готово? Готово. Все, иди, Колька, пуляй. Никто не врывается, ждите, пока подвезет. У нас урона более чем достаточно, главное не сорвите и ловите сферки и вообще на изюм, брат. Вот. Пока никто не бьет. Пока не подведут, он игра наберет как раз. Все, играем по светлой. Поставил звездочку. Сфера. Аккуратно. Следите за огром. Спецспособность через 10 секунд. Через 5 секунд приготовились. Темная воронка, продолжаем бить. Прожмитесь, мастер аура на тьму можно нажать. Сомалийскую поднимите. А пока вот тоже. Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Темная летит спереди, хорошо. Спецспособности... Да, я знаю. А, ну то есть. Спецспособность 4-4. Договор продолжаем бить, можно бурсты отдать.
Дальше будет два светлых каста. Будем здесь оставаться, там два светлых каста будет. 100%. Я заранее скажу танкам, когда мы будем менять цвет. Коля, ты если что, тоже меняешь. Приготовьтесь, будем скоро менять цвет. Танки, если что, вы темные ловите. Все взяли светлую. Коля, ты тоже играем по темной. Остаемся здесь. Танки ловят сейчас темные. Били каст. Следующий будет ауешный светлый каст. Коля, ты тоже на светлую поменяй. Чтобы багра было больше. Буду Редвину, ну, дайте сальву, либо боб. Убиваем босса. Ну иди, Петя, делать, наверное, блокер это. О, грудь выпала. Где выбор? Долго вор выпал. Для вор. Я увидел нахуй. До пола. Блин. Я бы вряд ли его бы забрал, наверное. Так, сейчас немножко замены будут. Чтобы мы 50 на 50 закрыли. Ну, скажу, кто пойдет. Так. Запустите босса. Пока что уже дебахнет. Вот. Петя будет, да? Да. Интересно, мотки какие там были. Да не, я понимаю. У Пети было больше времени практиковаться без шанса закрыть 50 на 50. Чего не знаю. Давай потом разберемся с этим. Сейчас епашник мотки вводит на тебе возможность снимать ПС. Так. Здесь типа грудь. Кольчужная. Раз, два, три. Окей, никому не надо. Дальше. Пояс. Раз, два, три. Никому не надо. Смотрите, босса не за пульте. Стрелят, тебя ты не сможешь взять, ты не в этом был. Давай, Витя, за 10. Раз, два, три. Кидай мне. Бриджи это еще не епахли. Подождите, бриджи еще не епахли. Короче, бриджи заново. 10 раз. Миляешь. Дальше. Ставишь что-то больше? 250. Не лев 300. 400, мистер Бонд. Раз, два, три. Кидай обмен. Поснимай в бой, пожалуйста. Разъелю минус 10 и мистер Бонду 400. Далее. Кожаный запы. По мейну вроде никому не надо, но офспек 10. Сомалийская 10. Не лежь. 100 дальше идет, а не 10. Ставишь 100? Давайте дальше. Он в шедешнике, там другие 100 тысяч сейчас собираются. Потом разберетесь. Ты хочешь, объясню Максу потом. 200 сомалийская. Раз, два, три. Там у ШДшника 75% РПБ дается, там только 16% надо собрать.
200, минус 200 сомалийской. Дальше хапаловские ноги здесь типа. 10 раз, 2, 3, кидай Витя обмен. Запы то же самое. Раз, два, три, кидай обмен. Так, подожди, еще сразу грудак. Я думаю, тебе тоже он нужен. А, темнеющее надо. Темнеющее по мейну. Темнеющее. Раз, два, три, кидай обмен. За 10 ИП. Ноги. О, не ноги, ступни. За десятку. Раз, два, три. Никому не надо. Гламур. Кидай мне. А там что, башка была или что еще? Кольчужина. Не, не бабушки. Кольчужина что-то было, я прослакал тоже. На, вот такая грудь. Давай за десятку тоже заберу. Давай, давай, дай мне. У тебя распил есть? А, у меня шмоток больше. Ну, у меня все равно шмоток не стало. А там же посох был еще, нет, вроде? Посох. Посох сейчас я еще не кидал, не кидал еще посох. Был, был. Дайте. 10 ИП старт тоже. Сомалийская 10 раз, Нелех 100. Сомалийская 200. Раз, два, 250. Быстрее, пожалуйста. 500, Паша. Раз, два, три. Кидай обмен. Так, так. Сейчас посмотрим, что тут есть. Чмыга, ты здесь? Сомалийская теперь мейн, он поменял стандартный минус 10 тысяч и по ему снял. Так, Чмыга в рейд по-любому, и Сити в рейд. Теперь два человека, кому с босса ничего не надо. Катрища, у тебя в принципе ИП нет, иди на замену и Женек давай. Чмыга и Петя в рейд. Из замены кому-то что-то надо? Из замены кому-то что-то. Что-то нужно? У тебя ИП нет, Катрища. Ну давай, Полинор, ладно, давай Катрищу возьму вместо Полинора. Улетай. Все, теперь сапроты там были у Юи точно. Я сейчас возьму сапроты и возьмет еще, давай, какой-нибудь сосуд. Поставьте только ГБ. Так, сколько у нас паладинов? Раз, два, три, четыре. Хорошо. Да, супер. Раз, четыре. Так, сомалийская, давай еще одного орду. Танчить Коля. Ответьте, пожалуйста. А, Коля. Кто знает. А Коля будет танчить. Окей, я не против. Или... Как думаете? М? Что такое? Ну, вопрос. Роста или от природы резист поставить? Или 150 выноса? Это вынос лёгкий, наверное. Да вынос здесь, по-моему, вообще не роляет. Меня больше тикает. Я тоже думаю, от природы ставить. Природа. Выбил эти черки. Природа постоянно бьет фрост, типа, когда на тебя сферка верхается. Ну вот фрост сильно прошибает, вот это я видел. Но это да. Природа стабильна. Ну, ставь, значит, фрост, если еще не поставил. Если поставил, то оставь как есть. Смотрите, к мыгу, сапроты, у меня нужно ГБ, чтобы поставил кто-то один. Тьмыга будет напуливать слева, враска справа. Мистер Бонд на подсейве. Мистер Бонд с тебя нейтрализующий яд может сразу намазать, тебя сильно не повлияет. Танек, дай масло, пожалуйста. Господи. Войди сам, Жень. Не могу. В этом ГБ. К
как не можешь? ГБ, что в предпоследний чей? Я дам ему. Я забрал с ним доступ. Я не убрал усерду. Ладно. Разберемся потом. Там берут только банкиры. Да выйти-то не может. Ну ладно, сейчас сделаем. Переделаем. Короче, ладно. Давай потом с этим разберусь. Кидайте обмен за сопротом. Если не надо массово, кидай обмен тогда. Я дал ему. Все уже есть, спасибо. Все сопроты пьете либо сейчас, либо должны будете выпить на третьей фазе обязательно. Либо на лучше. Кто сомневается, что выпьет, того лучше выпить и сейчас. Хапал у нас один. Да, темнее еще. Теперь по бобам. Первый боб будет закидывать у нас темнеющая. Второй боб закинет у нас... Так, кто там еще? Майлик. Третий боб побежит закидывать Розиэль. Четвертый закинется Сунес. По сферкам никто не играет, напоминаю. Не должно быть урона по сферкам. Кроме меня и Юи. И FDK. Все. Три человека с уроном по сферкам. Кидайте за сопротами обмен. Или уже все. Но если у всех сопроты, будем начинать. Готовность. Есть. Чмойга, чего не хватает? Рибафните чмойгу, пожалуйста. Рыбу поставил. Я вот боюсь, чтобы бесы Вудрэйвена не считались как герои. Потому что они везде считаются. Везде считались как герои. Рыбей нет? То есть... чтобы если Анук в них врезаться, чтобы он не разгонялся. Блин, может давай не будем рисковать, был драйвен прыгни, может быть в этого. То ну его нахер, мало ли будет считаться как герой, то это нереально убить будет. А почему ты считаешь, что он как герой? Рёв не потому что они освобожденку стакают на синдре, там по 20 стаков. И вчера на Малке были, там просто за секунду он сдох. Но когда на него бахнут. Просто их каст считается как от лока. Ну да. Я нужен, Сань, или нет? Нет, Мань. Окей. Ладно, давайте, готовность. Все, все готовы. СС закинет Будрэйвен на Чмыгу, у Ямобой на Враску уже можете закинуть. Припоты на первой секунде на свой пул Коля Пуляр. Смотри, Юра, своим страфовым не поразбивай сферы. Либо снимай это по 4. На пулы отдали. Я стал. Давай ПС-ку вайт мне. Наверное, будет через одну переводку, если что, ребят. По урону. Нет, нельзя. Сбиваю за таймер у блокеров. Да? Тогда я это подстроюсь. Не, опять там все ломается прям нахрен. Часть мобов одно будем... время дает, часть другое. Понял. Будем тогда стопать ДПС. Дайте сальву будет Рэйвену. Да, блять, наебаться, да? Все, не играйте больше по нулу, все равно стопать до хера урона придется. Давайте по трэшу. Не вейте больше. Только на лужу не заходите милики. Милики поставите в центре ВФК. Милики свалите с лужи. РДДшники, все, не играйте по боссу, все равно много стопать, говорю, придется. Убегали все в центр. Марухич побежал. Первый темнеющий. Играем по трэшу, мелкий трэш приоритетом. Следующий Майлик закидывает. Все, выбежали, на себя квадрат поставил. Темнеющий побежал. Майлик у него закидывает. Боб. Подбегите ближе к квадрату. Квадрат именно к человеку. Все. Третий человек просто убегает куда-нибудь. Речь. Смотрите, сферки не поразбивайте, пожалуйста. Разбили уже. Сунес.
Саня, разбей сферу эту, разбей, свалите. Свалите с этой сферы. Я не знаю, выкопается. Выкопается, отлично. Блять, ну следите, пожалуйста, сколько раз вы. Это точно хан был. Эти жуки. Ханты, лучше не бейте, мелких добейте, алло. Так, на 30% фаза, на 35% будем стопать. Даже раньше чуть, то ну его най. Смотрите, сильно не дамажьте, бурсты там не тратьте и так далее. Что урона более чем достаточно. Даже на 38% стоп мин ДПС. Все, стопайте, чтобы доты там сильно не дамажили. Все, никто не бейте, пожалуйста. Бегайте, РДшники по большим, мелики не забегайте. На это не последние мы были, последние. Это последние. Только хиляйте, Юй. Все, в центр выбежали. Мистер Бон побежал. И Разиэль вместе с ним. Мелкий трэш приоритет. Было опасно. Чуть не взорвал. Взорвал бы, так взорвал бы. Почему? Смотрите, там сферка далеко разбита. Чмыга побежал. Смотрите, под цепы не лезьте. Разойдите от цепов. Дам. Не забеги, Чмыга. Хорош. Все, отбежали немножко дальше к левому краю все. К квадрату сместились, все в дикей. А там будет сверху? Сколько? Он не взорвал. Он не взорвал. Дефайся. Хорошо. И у меня есть блинк, если что. Взорвал. Зубы ему закинь. Войт еще. Я умру. Сомалийская. Пашка, убей куда-нибудь. Отлично. Дай БР по нему не лез. По FDK. Мелкий трэш добейте. Ребаф. И ребаф, да. Сразу мелкого трэша очень много. Добейте мелкий трэш. Смотрите, у кого много стаков, аккуратно. Не утайте. Мелкий трэш накали. И под жопу к боссу все. Все, зашли все под жопу. Чмыгу прохильте. Переводим? Саппортом переводим? Да. Юй, давай, я избаун. Мне еще приготовься массу кру отдавать. Отдавай массу кру. Павый лед отдал. Чмыгу поднимите. Не лезь инер по луну. Это три сейчас тоже можете залить. Да, у кого сопроты не выпиты, выпейте сопроты. А тут, наверное... Наемник, а стой гимн на хп. Ну, тут стой, достаточно процентов. Фильм. Давай. 2%. Стоп хил вообще, добейте, потом всех пропилите. Не, ну это нормально, когда коса бьет 30% от общего урона, но... Пиши, да, это нормально. Пофиксит. Типа... О, блядь, ну плач хуёвый, сука. Какой? На ловкость. Отлично. Блин, отлично, но, блядь. На изи. Да. ДПС вырос значительно. Саш, забирай сразу весь мод, Саша. Я это делал, Жень, просто очень много смота, поэтому. Пойдемте груля запинаем. Нет. 5.
Я вот думаю, как сделать лучше. Пойти забить груля и забить. У нас будет есть... Ваня сделает одну еще проходку на этого. На погибель. И у Вани, в принципе, две проходки есть на погибель. Три. Так что этого пока достаточно. Так что их, чтобы времени не терять, реально грульмаки закрывать. Лечите грульмагик на магика. По фастику закроем. Так, это второе убийство 50 на 50, значит 500 дополнительно. Следующий раз надо не носовать, если бы мне 50 на 50 закрывать. Ну так, конечно, будем.